Друзья, здравствуйте, здравствуйте, мои подписчики, привет, зрители канала, кто заходит по рекомендациям YouTube, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе событий, когда начинаются трансляции на канале и когда выходят новые видосики. Контент у нас теперь разносторонний, и сегодня смотрите продолжение контента с металлоискателем, что сегодня нашел, ходил на часочек, покопался в речке. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо за подписки. Смотрите ролик. Всего вам хорошего. Хорошего настроения, добра. Жду ваших комментариев. А кто плещет ядом, друзья, когда же он у вас закончится? А? Как же вам не надоело, Господи, Боже мой. Дай вам Бог здоровья и терпения. Терпите Александра Николаевича Рощупкина. Друзья, очередная серия с речки Истра, с берегов, точнее ее. Сегодня я решил позагорать. Все, шорты, майка на рюкзаке. Наша чудо-машина. Сигаретки Кока-Кола. Прекрасная погода, легкий ветерочек. Люди купаются, там на пляже дети. Пока не пойду я туда. Здесь тоже маленький пляжочек, как бы такое место, где отдыхают люди, жарят шашлык, ну и возможны какие-то потеряшки. И вот где-то прям рядышком плещется рыбка. Есть рыба, ловит он там, чувак вчера сидел вот на том месте. И я не видел, а вот с Дмитрием, с которым я познакомился на байдарке, которая здесь рассекает, своя у него стихия, свои интересы. Ну и как бы вот взаимные интересы, познакомились мы с ним. Он говорил, что вот этот мужчина, который на той стороне сидел, прям говорит, пока я лодку накачивал, он несколько штучек с ладошку, правда, но поймал. Вот там вот тоже где-то рядом с березкой купаются люди. Вот. Значит, они там не первый раз купаются. Ну вот я вчера ходил от деревни. Деревня там находится. Я ходил в другую сторону. Вот. Но сегодня, если здесь ничего не найду, значит, пойду в ту сторону. Ну, интересно, пляж. У меня там вчера было три сигнала. Вот один прям уже в воде, ну, скорее всего, там вторая гильза от этого травмата, от пистолета травматического. Вот, а еще два, ну, предположительно, тоже десяточки, какие-то монетки. Все, друзья, постоянно не буду снимать, если что-то найду, покажу, что нашел. Побуду сегодня, позагораю. 29 июля. Всем хорошего настроения, погодка прям шикардосная. Такие облака красивые, речушка. Ну, блин, друзья, что я вам могу сказать? Берите своих близких и давай скорее, быстрее ко мне. Тарзаночка вот здесь сделали, молодцы. Какие-то приколюхи все-таки есть. Смотрите видео, подписывайтесь на канал ТВ Маэстро. Будем создавать новые виды контента, мебель, поиск монет, старины, может быть, война где-то попадется в Липецкой области. Будем. Ну и плюс, да, что я хотел сказать. И не будем забывать о наших ребятах с Савеловского вокзала. Туда тоже будем заезжать, заходить. Спасибо. С вас подписочка. Нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Ставим лайкосики, пишем комментарии, друзья. Советы по поводу металлоискания, так скажем. Вот. Ну, в деревне еще хочу попробовать помочь чисто там отцу. Там можно походить по полям, чисто чернягу пособирать. Чернягу.
лемеха от плугов, всякие железки, запчасти от тракторов по полю можно накопать. Ну, я думаю, недельку побегать для себя, для удовольствия, ну и собрать чернягу, помочь папке. Сколько там стоит сейчас металл? Где-то рублей 7-10. Ну, если я за неделю тонну наберу, то это будет прям великолепное, великолепное подспорье для деревни. Всем удачи, смотрим видос, наливаем пиво, кофе, чай, молоко, конфеты, ну и так далее. Садимся поудобнее, смотрим, что нам сегодня пошлет земля-матушка. Спасибо. Ну, первый здоровый сигнал. Алюминиевая банка, друзья. Сейчас мы ее уберем. Может быть, там есть что-то еще. Это, кстати, надо куда-то на виду посбрасывать мусор весь в кучечку. Может быть, кто-то когда-то его отсюда отвезет. Ну, вот еще что-то там есть. Сейчас мы пороем. Так, кусочки земли можно вынимать и водить рядом с катушкой. Может быть, кто-то засыпал, закапывал мусор. Корешочки, корешки. Ну да, вот это вторая половинка банки. Вторая половинка банки. Люди тут пришли купаться, загорать. Все, звонка больше нет. Зарываем ямку. Чешем дальше. Какой-то неоднозначный был сигнал. Копал-копал, ничего не вижу. Блин, а он вот он торчал в сторонке. Шампур, друзья. Банка пива и шампур. Сейчас еще позвоним эту ямку. Что-то тут еще есть. Вот. Показывать. Вот такой. Какой-то непонятный сигнал. Сейчас будем искать. Наверное, вот она, пробка из-под пива. Пробочка из-под пива. Уже она разложилась, и поэтому такой какой-то непонятный сигнал. Девушка купается, парень очкует, походу. Все, засыпаем ямку. Плещется где-то там рыбка. В камышах на той стороне. Интересно. Надо было взять ради прикола что-то. Какой-то крючок с собой. Ну ладно, я думаю, мы еще успеем в этой жизни. Вот тут я вчера жил. Здесь вот, блин, с полметра, наверное, ямка. Десятку нашел, одну из трех. А сегодня здесь люди. Хотя, чё, я им не мешаю. Они мне не мешают. Где-то вот здесь были еще сигналы. Сейчас попробуем бомбануть. Ну вот, друзья, полчаса рыл. Не пойму, что такое. Рубль. Современный рубль. Уже убитый временем. 2000 какой
шестой, восьмой, третий. Не пойму. 2008. Первая поклевка за сегодня. Друзья, ну попробую я под водой. Вот здесь с краешку. Копал-копал. Нашел. Вот такой прикол. Одна морковка. Ну это игрушка. Сертификат. Что-то такое. А блестит хорошо. 2016 год. Так что сегодня пока 6 рублей и одна морковка. Хорошо блестит. Плохо, что не золотая. На ютубе не выкладываешь? Ну да. Выкладываешь? Да. А где там найти тебя? ТВ Маэстро канал. Вот такой сегодня заработок у меня. Продолжаем. Природа, красота, загар. Моя добыча сегодня. Опять чирики. Приколюха мне понравилась. Одна морковка. Пять рублей современные по рублю. Два полтишочка, один убитый, один нормальный. И самое главное, друзья, автомобиль. Вот такая тачка. Нашел в пруду. Детишки игрались. Очень сложно, не в пруду, а в речке. Очень вот эти уже монетки искал прям в воде. Уже по воде я хожу где-то по колено. Очень тяжело, сразу замывает, невозможно ее достать без специального прибора. Такая есть лопатка с совком, с сеточкой, вот, чтобы зачерпывать песок и промывать. Сразу он с обычной лопаты съезжает, и в первую очередь съезжает то, что ищешь. То, что ищешь, оно все глубже, глубже и глубже. Тяжело. Ну вот самое главное. Теперь маэстро с машиной. Вот такая вот, что это, Нива, да? Нива, трехдверочка. Вай.